Если страны, у которых традиционно были тесные связи с Западом, сделали выбор приехать в Казань, значит, они хотели послать сигнал остальному миру. Так глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал участие Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов в саммите БРИКС в Казани, сообщает Financial Times. Он отметил, что это свидетельствует о том, что ЕС необходимо пересмотреть свой подход и начать проявлять уважение к другим. «Мы уверены, что мы знаем, как правильно, а как неправильно, и мы не пытаемся по меньшей мере понять, каковы причины других стран полагать иначе», — заявил политик. Мишель отметил, что на европейском уровне сформировался рефлекс читать другим лекции. «Слова, которые мы используем, действительно унизительны, потому что создается впечатление, что мы игрок на поле и одновременно судья», — также сказал он. Глава Евросовета, который 30 ноября покинет свой пост, заключил, что ЕС следовало бы проявить больше уважения в отношении развивающихся стран, с которыми у сообщества есть стратегические, торговые и политические соглашения о сотрудничестве.